хороши. Привет, ребята, а знаете, что в этой коробке? Привет, ребята, я не знаю, а ты что, знаешь? Я не знаю, тоже не знаю. Ну, мы знаем точно, что это из Китая. Очередная посылка. Какие машинки? Интересно, интересно. Ну да, какие-то машинки там. Ну, давай, давай, сейчас откроем. Папа возьмет ножичек, ножик детям не игрушка, в очередной раз я открою. Погнали. Давай, открывай. Открывай. Так, коробка открыта. Я уже знаю, что... Ты уже знаешь? Ну давай, тихонечко, тихонечко, секретик, секретик. Первая машинка. Альфа-Ромео. Вторая машинка. Больше нет. Ауди. R8. Посмотрите, какие суперкары. Почти одинаковые, только цвета разные. А кто из них быстрее? Давайте. А давай проверим быстрее сразу. Конечно. Ауди. Альфа-Ромео. Ты думаешь? Кто первый это был? Серая машинка. Серая машинка это у нас Audi. Так, давай, открывай двери, покажи ребятам, что работает, что нет. Так. Открывай, открывай. Раз, два. Посмотрите. Открывается дверь и механизм. И механизм есть. Так, вот, давай открывай еще дверь. Раз попробуем. Давай еще раз, а потом поближе покажем. Да, Audi, конечно. Да. Раз, Audi у нас в коробку улетела случайно. Почему Audi быстрее? Ну, наверное, помощнее двигатель. Давай как раз начнем с двигателя. Посмотрите, ребята, вот давайте сравним. Я даже свет включу, чтобы вам показать. Так, смотрите, у Audi, посмотрите, какой мотор. И посмотрите, какой мотор у Alfa Romeo. Вот, внешне мне нравится у Audi, лично мне. А тебе? Мне тоже нравится. Тоже нравится? Мне оба нравятся. Оба, ну красивые только, тачки. Только красивее вот это. А давай покажем сбоку, как они выглядят. Сбоку, давай. Вот так покажем сбоку, как они выглядят. По-моему, колеса одинакового диаметра, да, радиус у них. Вот, одинаковый. Не хотел здесь, по-моему, побольше. Сейчас мы посмотрим. Кстати, ребята, сколько лошадиных сил у этой машинки и у этой? Да? Напишите нам. Напишите нам. И какого года они выпуска? Когда вот делали вот такую R8, кстати? R8. Kingsmart. R8. А это у нас вот Alfa Romeo Kingsmart. Тоже Kingsmart. Как она... Оу! Пап, ты видел, как она быстро едет? А теперь две попробуй. Может быть, на длинном расстоянии кто-то выиграет? Ауди побеждает сегодня с них соревнования. Давай натянем дорогу. Вот такую у нас, китайскую. И что у нас получилось? Полноценный перекресток, да? Да. С двух краев. О, какая красота! Красота. Ну что, эти машины слишком быстрые. Наверное, там, как всегда, какие-нибудь лихачи. Их будет ловить полицейский. Оба! Так, и что ты с ними собираешься делать? Гонять! Гонять? Ну давай, погоняем. Как будем гонять? Что будем приступать? Ты хочешь их всех сначала запустить, наверное, я думаю. Нет, сначала будет история. Давай, погнали. А ну стоять! А что, у нас нарушитель, что ли, Импреза? Да. Сразу вот так сходу нарушает? И сразу полицейская гоняет? Ну давай тогда я вот на Alfa Romeo тоже нарушителем буду. Вау, с заносом уходит, и за ним полицейский сразу синий. Поехали. А у меня колесо пробило. А ему не догнать, потому что Alfa Romeo слишком быстро. Как мы сходу, да, с тобой всякие стоим? Папа, давай сделаем так, что этот Alfa Romeo будет воришкой, а мы будем полицейскими. Ты вот это, а я это. Ну давай, давай, начинай. У тебя прямо сходу история рождается, я просто в шоке. Папа, ты будешь вот таким. Да? Кстати, она шире, чем Audi. Посмотрите, ребята, она все-таки пошире. Ну ладно, что у нас произойдет сейчас, интересно. Вот так вот, да, полицейский завалился. Ну то, сейчас он тоже может перевернуть. Все, все перевернулись, ну все. Вот видите, ребята, до чего приводит... Ой, нет, посмотри, пап, как он сделал. До чего приводит скорость, да, к чему приводит? Скорость и хулиганство, вот к чему приводит, да, Игорь? Да, пап.
Вот так вот, ребята, посмотрите, что произошло. Все машинки легли на крышу. Ну что, ребят, наша почти история закончилась. Ну так это и не история была, это просто наглядный пример того, как делать нельзя. Вот так вот, вот, ребята. Так что берегите игрушки, правила не нарушайте и ставьте лайки, если вам вот эти наши две новые тачки понравились. Вот такая Audi. И вот такая Alfa Romeo. Кто за Audi? А кто за Alfa Romeo? За кого? Устроим. За кого? Да я за Audi, конечно. Уж больно она мне нравится. Audi! Audi! Alfa Romeo! До новых выпусков, друзья! Пока-пока, мальчики и девочки. Это моя любимая. Пока. Папа, можно эту в садик взять? Ну, возьми. Но под моим присмотром. Да. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушин.